Привет. Сегодня занимаемся дальше Мерседесом. Будем снимать стекло задней двери. У меня уже было видео, как снимал карту двери, вот эту вот обшивку, да? С этой рамкой. Видео поставлю вам в углу. Так, а сегодня мы займемся именно тем, что мы будем вытаскивать стекло, боковое стекло, вот эту рамку, вот эти вот уплотнители. И самое главное, зачем я все это делаю? Потому что здесь вот такой вот жучок. И мне нужно его аккуратненько будет устранить. Все, поехали. В первую очередь снимаем клипсу с направляющей внизу. Просто вот так сжимается с двух сторон. Такие вот крючки. Затем откручиваем болт, который фиксирует вертикальную направляющую. После этого стекло нужно вот так вот повернуть, чтобы оно ушло возле салазки рядом и ушло внутрь двери. Алюминиевая салазка, внутри нее была вот эта белая направляющая. Сейчас мы ее отодвинули, так что салазка может уйти вниз теперь. Все, стекло лежит в двери. Вот эта вертикальная направляющая, мы этот болт открутили. Вот она внутри. После этого снимаем уплотнитель вот здесь вот в направляющей. Вот здесь находится еще один болт, который держит направляющую в рамке двери. Теперь, когда направляющая свободна, можно снять ее со стекла и опустить внутрь двери. Теперь осталось только вот этот вот треугольник вытащить вперед. А, кстати, и к этому моменту вы должны, соответственно, внешний уплотнитель как минимум до вот этого места, ну, освободить. Так, стекло снято. Теперь давайте посмотрим, что у меня здесь творится. Значит, состояние вот такое. В принципе, структура есть, это все не очень страшно. Буду аккуратненько это сейчас все консервировать. Если вытаскиваете стекла, они вытаскиваются, соответственно, вот отсюда, вот наверх. Направляющая тоже можете вытащить, поменять, все, резинки, все должно быть понятно. Работайте аккуратно, потому что эти машины вас еще переживут. Все, пока.